Первоначально, по замыслу организаторов, на шахте должна была быть полностью прекращена угледобыча. Однако в первую традиционно ремонтную смену в шахту спустилось 2/3 ее численного состава. Профсоюзный актив шахты на нарядах пытался убедить горняков в необходимости приостановить работу до решения правительством вопросов, касающихся увеличения объемов бюджетного финансирования отрасли, размеров шахтерских зарплат и пенсий, обеспечения ряда льгот и социальных гарантий. Что же касается конкретно своего предприятия, то, по словам профсоюзного лидера Алексея Нилова, больших претензий к администрации он не имеет. Есть вопросы по упорядочению вывоза с территории шахты металлолома и выплаты отпускных. По невольному признанию самого Алексея Николаевича, организовывая нынешнюю акцию, он в большей степени вынужден действовать согласно уставной дисциплине своего профсоюза. Мы, профсоюзная организация, должны подчиниться тому постановлению, которое принято всеми членскими организациями. Если этого не выполнят, то, извините, организация очень слабая. Поэтому мне кажется, что раз мы взялись за это дело, нужно выдерживать и постановление, и подчиняться уставной дисциплине. Трудно сегодня сказать, что даст шахтерам Украины наспех организованная их профсоюзом акция протеста. Но чем может обернуться приостановка угледобычи для предприятия, которому уже без малого 100 лет, где трудятся более 3000 шахтеров, догадаться несложно. Шахта несет затраты по покрытию, по электроэнергии, по потреблению воды. Они где-то составляют где-то процентов 70-80 постоянная часть затрат. Поэтому затраты, понесенные во время этой забастовки, они будут в принципе невосполнимы. Стен Красноармейской городской мэрии собрался немногочисленный пикет сторонников левых сил с требованиями обеспечения социальных гарантий, недопущения повышения цен на основные продукты питания, стоимости тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Но звучали здесь и политические требования. Чтобы отнять у крестьян, у нашего народа землю и продать или отдать ее за рубеж, а народ превратить в быдло, в рабочий скот. При помощи иезуитского указа, при помощи политического... Вот такими эпитетами уважаемый оратор наградил декабрьский указ президента Украины о неотложных мерах по ускорению реформирования аграрного сектора экономики. Документ, который направлен на то, чтобы труженик земли стал ее полноправным собственником, был назван антинародным, уничтожающим, как было отмечено, нашу колхозную деревню. Что ж, в условиях демократии, но не вседозволенности, каждый вправе высказывать свое мнение. Вот только при этом не стоит забывать об ответственности за антиконституционные действия и призывы. К слову, о проведении данной акции власти не были информированы. Соответственно, и пикет можно считать несанкционированным. Помимо президента, досталось здесь и нынешнему парламентскому большинству, и правительству. Хотя призывы к защите законно избранного руководства парламента, которое, как выясняется, не такое уже обиженное, недопущение роспуска Верховной Рады вообще вряд ли нашли ожидаемый отклик в сердцах немногочисленных участников пикета. А вот лозунги типа «нет безработицы», «требуем увеличения зарплат и пенсий», «недопущение повышения цен на хлеб» выглядели в руках митингующих вполне убедительно. Безусловно, прожить на сегодняшний уровень доходов большинству пенсионеров очень трудно. Но и такие вот пикеты, наспех организованные по указке из теплых киевских кабинетов, с которыми так жалко расставаться отдельным слугам народа, вряд ли могут достичь лучшей жизни. Переписка граждан призывного участка проводится в целях зачисления юношей на учет, определения их количества, степени годности к военной службе, установления образовательного уровня, полученной специальности и уровня физической подготовки. Значит, для проведения приписки граждан во всех городах образуются призывные участки, на которых проходится непосредственно приписка. Не исключение, и не является исключением и наш военный комиссариат. Значит, с 10 января по 31 марта проводится приписка граждан в нашем военном комиссариате. Значит, это очень ответственный момент, поэтому я обращаюсь ко всем юношам, что независимо от того, получили они повестку, особенно это касается тех лиц, которые закончили 9 классов и нигде, допустим, не работают, а просто находятся дома. Значит, самостоятельно явиться сюда в военный комиссариат, узнать перечень документов, которые необходимы для получения прописного свидетельства, и пройти медицинскую комиссию и своевременно получить прописное свидетельство. Человек должен иметь какой-то воинский документ. Почему? Потому что я уже неоднократно говорил,
значит, без приписного свидетельства. Вот сейчас юноши получают паспорта, их никто не пропишет. Особенно это паспортные стола, направлены письма, и это и в законе сказано о всеобщей воинской обязанности, что не имеет права не приписывать, если не состоит на воинском учете в военном комиссариате. Ни один руководитель предприятия не возьмет, допустим, молодого человека на работу, если у него нет военного документа, то есть приписного свидетельства или военного билета. То есть в дальнейшем это постоянно в жизни будет возникать проблемы. Дабы этих проблем не возникало, значит, юношам нужно своевременно прийти сюда, пройти медицинскую комиссию и получить прописное свидетельство. Туризм всегда являлся одним из популярных видов спорта среди молодежи. Но разве можно забыть интереснейшие туристические походы, в которые ходили всем классом или группой? Вот только заниматься туризмом надо правильно. Именно вопросом туристическо-краеведческой работы с учащейся молодежью и был посвящен региональный семинар, который проходил 27-28 января в городе Красноармейске. Впервые все 14 специалистов областного центра туризма и краеведения Главного управления образования в вашей зоне. Цель нашего семинара – пропаганда, повышение тенденции развития туристско-краеведческой работы на местах, конкретно в каждой школе, внешкольном учреждении, ПТУ. Наша задача в первую очередь – это довести до сведения каждого педагога приказ Министерства образования Украины номер 96, который был подписан 6 апреля 1999 года. Мы год уже живем по новым правилам проведения всех туристических экскурсий, путешествий, походов, экспедиций с учащейся молодежью. Каждый учитель географии, каждый учитель физкультуры, любой педагог хотя бы раз в году, но совершает с детьми экскурсию по родному городу, в пределах области, выезжает с детьми. Сейчас изменились условия. Значит, наша задача – довести это до каждого педагога. В минувшую субботу, когда в Украине впервые отмечался на государственном уровне День соборности, единение Украинской и Западноукраинской народных республик, в спортивном зале ПТУ номер 38 открылся турнир детско-юношеской спортивной школы Красноармейского городского отдела образования по борьбе дзюдо среди младших юношей, посвященный годовщине подписания акта соборности Украины. Среди почетных гостей турнира, принявших участие в его открытии, были красноармейский городской голова Николай Примаченко, депутат городского совета, руководитель наркологического диспансера Нина Саркисян, директор детско-юношеской спортивной школы Иван Астаня. После теплых напутственных слов открытое первенство, в котором приняли участие более 150 юных борцов из Красноармейска, Димитрова и Родинского, стартовало. Младшие юноши, кроме физического воспитания, должны ориентироваться и в общественной жизни страны, чтобы расти грамотными, умными. И, конечно, здесь становятся они сильными и ловкими. На данных соревнованиях принимает участие регион Красноармейска, представлен центральной секцией ПТУ-38, секциям детско-юношеской спортивной школы, поселка Денасового завода, а также традиционно несколько секций в городе Димитрово и город Родинское. Физкультурно-оздоровительный комплекс является одним из ведущих помощников нашей спортивной работы. Вот это наше единение на нашем региональном уровне. В соревнованиях принимают участие юноши младшей возрастной группы. Это 987, 88, 89, 90 год рождения. Вот по предварительным протоколам взвешивания в соревновании принимает участие 168 участников. Это приличное количество борцов на сегодняшний день. В один день пройдет борьба в весовых категориях самых маленьких, начиная с 21 килограмма, и заканчивается тяжелая весовая категория свыше 55 килограмм. По результатам хода соревнований можно сказать, что те, кто уже имел опыт участие неоднократно на наших соревнованиях, они смело выступают не только на этих соревнованиях, но и на всеукраинских и даже международных турнирах.